А в нас в студії вже є гостя, яку я рада вам представити. Це майстриня своєї справи, це художниця Юлія Боякевич. Вітаю тебе, Юлія. Дякую за те, що завітала сьогодні зранку до студії. Отож, як бачите, дорогі друзі, ви ще не бачите, а я вже бачу. Є вже на столі представлені роботи, одна із робіт. Що це за робота? Я хотілося б дізнатися, в якому це взагалі стилі, жанрі і так далі. Це такий дуже цікавий стиль, стиль поп-арт. Стиль поп-арт, чим він цікавий, тим, що це йде таке. Ну, как бы новое направление, это идет стилизация портрета, то есть мы не идентично переносим черты лица, а как бы берем главные и просто их интересно делаем такие тени, акценты. Очень интересно в этом стиле то, что можно как-то вносить свое, чуть-чуть менять, потому что стиль поп-арт есть вот такой, как бы когда тени делятся, да? Есть стиль такой, как комиксы, то есть очень много направлений, и каждый подбирает под себя художников. Но это как бы считается новым, это очень хороший стиль для подарков, такие вот портреты. Я начала недавно этим заниматься, и поэтому я сейчас понимаю, что... Для того, чтобы мати такую майстерность уже, сколько вы занимаетесь? Я этим занимаюсь 6 месяцев, именно по партам. То есть, друзья, видите, а до этого, чем было все-таки, я думаю, что вміти малювати просто и писать картины необходимо. Ну да, конечно. Я до этого рисовала, более занималась, рисовала карикатуры, портреты, там карандашом такого плана. А потом решила просто сделать такой необычный подарок, потому что уже до этого рисовала портрет всем своим знакомым и хотелось чем-то удивить. И попробовала в таком стиле. Ну да, тем более, что оно как и шаржи, как и все остальное, только основные черты берутся, да, поэтому да. Тут... Я смотрю, поп-арт тоже еще особенность в том, что можно дополнять. Да, 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 абсолютно. Сейчас, ну как бы стандартно, я начинала, у меня был стандартный фон, идет там одного цвета, да, такие же самые тени совпадают на лице, там, на волосах. Теперь я начинаю уже как-то новое вносить, потому что хочется как-то менять что-то интереснее, интереснее с каждым разом делать. Сейчас я добавляю такие аппликации, к примеру, как это девочки, да, сделала такой обруч. Потом делаю необычный фон. Сейчас новый вид такой. Я делаю акцент лицо, волосы остаются таких натуральных оттенков, бежевые, коричневые, а фон у меня насыщенный, яркий. Потом там цветы яркие. Здесь бирюза очень красиво так смотрится. Потом разные узоры геометрические, то есть включая какие-то геометрические фигуры, в профиль лица рисую, не обязательно только там фронтально или как стандартно, да, все фотографируется. И как бы что-то интересное такое. Работа в зале, как отбывается? Это по фотографии, или все-таки треба... По фотографии. Потому что это достаточно долгий такой. Десь ось робота над цією роботою, скільки ти це займала? Робота над картиною. Це 7 часов. Тобто за 7 годин можна ось таке створити. Ну, дійсно, це неймовірно, я хочу сказати. Ну, а взагалі, тепер ми побачили, по суті, результат. Тепер хочеться дізнатися, як дійти до цього результату. Тим паче, що так я біля себе розміщу, щоб не заважати на столі. Та й тим паче таку красу біля себе. Чому? Тепер в оточенні красивих дівчат сиджу. Не один в ефірі, друзі, бачите, ось так. Що необхідно для того, щоб створити ось таку роботу? Чим хорошо ще поп-арт, тим, що, в отличі, наприклад, від карикатури, да, у мене є з чим сравнити, тим, що це вже на холсті, це вже не потрібно докупати рамку, тобто це готова картина, яку людина ударить, або він собі приобретає, да, і одразу вже вішає, не думає про дополнительні, там, де рамку, стекло і так далі. То для цього потрібен холст, то, да, основа. Потім, звісно, бажанням, пожелания там клиента, например, или да, какую я выбрала фотографию. И стилизация. Самое главное, стилизация на самый долгий, ну, как бы, период занимает, потому что нужно выбрать, какой цвет, какой вариант, на чем будет акцент, фон или лицо. И, конечно же, как правильно разместить эти тени, чтобы они были не грубо смотрели, чтобы они по цветам совпадали. Это как бы самый долгий период. Я намечаю это карандашом, делаю стилизацию, или там делаю себе эскизы, цветовые варианты несколько. Там, потому что ты не можешь сразу выбрать. Конечно, бывают некоторые фотографии, которые тебя там вдохновляют, да, и ты сразу видишь, какие цвета можно. Некоторые ты как бы просматриваешь еще варианты, которые более подходящие меняешь. Потом это я рисую на холсте, да, карандашом, и потом просто заполняю. Еще такое, что я відразу питание, ось я пропоную зараз показать нашим глядачам. Так, звичайно, бачимо, але ось, наприклад, один колір, тобто матовий, а тут трохи з глянцем, ну, відсвічує. Це просто різні матеріали, чи це вона просихає? Это краска такая, она просто изначально была разная.
А взагалі, які фарби використовуються? Акриловая краска. Очень удобно акриловая, почему я выбрала? Потому что она быстро сохнет, плотно ложится. Не надо ждать, как, к примеру, масло, там очень долго ждать, когда оно засохнет. А акрил очень легко его наносить, и он хорошо, что плотный. Ну и, конечно, на то, что поп-арту нужно рисовать постоянно послойно, потому что в первый слой не перекрывает. И, ну и плюс, так, как видите, да, что тени такие. Мы слоями-слоями наносим один за другим, начиная от светлого до заполнения более темного. И для того, чтобы был красивый такой переход, мы должны постоянно, ну как бы, двойной-тройной слой фон, вообще уходит на него 3-5 слоев, потому что пробелы есть такие вот. А перед тем, как взагалі зрозуміла річ, тобто іде олівцем макет певний, так, того, як буде виглядати, але все ж таки гра кольорів, це просто вже з голови, чи десь також промальовуєте, як воно буде поєднуватися? Ну я как бы себе, я ж говорю, що некоторые фотографії сразу могу, даже не делать себе эскиз, да, сразу начинать, потому что это видно, там, или хочется такие цвета, как-то проситься, да. А некоторые я беру в фотошопе, делаю себе, как бы, просто варианты там быстрее делать, потому что нужно экономить время, бывает такое, что много заказов, и особенно перед праздниками это вообще невозможно, ночью без сна, никогда не спишь. Уже хочется просто их раздруковывать. Да-да-да, кстати, такие варианты хочется. А, кстати, есть еще такие варианты поп-арта, это я одиночному представила, просто, к сожалению, не могла вам больше принести, потому что я в основном все сразу раздариваю или там отдаю, да, у меня дома мало. Есть еще варианты, как коллажные. Это суть в том, что на одном портрете, да, находится 4 деления одного и того же портрета, только в разных 4 вариантах. То есть тоже смотрится интересно, потому что как бы и с одной стороны это одна фотография, да, но она смотрится просто в других цветовых вариантах, которые сочетаются между собой, смотрится очень интересно. И, кстати, тоже большой спрос сейчас растет на такое. Ну, дійсно, я пропоную зараз все ж таки перейти до того, що створювати, продовжувати створювати ось цю картину. А це, до речі, просто вигаданий персонаж чи реальний? Ні, я всіх реальних рисую. Тому що мені взагалі значально, чому я почала рисувати, тому що це дуже приємно, коли ти даріш хороші емоції, коли ти даріш людям такі портрети. Особливо я люблю дарити їм не ті, хто заказує, а кому-то сюрпризом. Тут не просила навіть. Я знаходжу фотографію, наприклад, да, мені, яка потрібна, або яка мне нравится или вдохновляет, я вижу, какие будут фотографии. И я им делаю, и они потом такие довольны, что как это так, они не просили, они даже не думали, что у них такое будет. Ну, дійсно, неймовірно. Робота, я хочу сказати, і взагалі мені, дорогі друзі, думаю, як і вам подобається те, що ось ця гра кольорів, і якщо дивитися на людину з різних сторін, на цю картину, то зовсім інші риси вже вмальовуються. Да. В цьому також фішка і авторський погляд на кожну людину. Ось так промальовуємо, тобто, як бачимо, не використовуємо нічого, ні воду, нічим не розбавляємо, просто фарби. Да, тому що краска, вона чим плотніше, тим краще, вона така, ну, як би, тим буде, не буде розводів лишніх. Единственное, что акриловая краска очень коварная, и поэтому, если она попадет на одежду, она за счет того, что быстро сохнет, ещё поэтому остается, поэтому все нужно очень аккуратно. Потому что она очень быстро засыхает, ее потом невозможно вывести. Завышается след вид работы, ось так. Да. Поэтому у меня, видите, такие кисти все, палитра, все такое прорисованное. Так, ось так, дійсно, ви маєте можливість, дорогі друзі, зараз побачити, як це все вимальовується, як це все робиться. Ну, в основному беруться, я не беру палітру огромную, там, оттенків таких, намного проще і желательно, потому, щоб ти угадав, брать основные цвета, да, и потом я домешиваю. Почему мне нравится акрил? Тем, что он очень легко вымешивается и нужный оттенок получается. Потому что был такой период, когда часто заказывали портреты в таком бежевом стиле. Все просят в бежевом стиле. Ну, как-то это скучно рисовать каждому, всем в бежевом стиле. Под одну манеру, так? Да, и получается, что я даже заметила то, что эти там, у меня было подряд 4 портрета в бежевом стиле. И они все были с разными оттенками. За счет того, что я не беру с чистой баночки, как бы, да, уже готовый цвет, я просто переношу. А за счет того, что намешиваешь, там смотришь, человек, там была девочка такая светлая, ей хочется более какого-то персикового такого оттенка, более нежного. Потом был портрет парня. Он был такой, ну, как бы, такой еще ракурс у него был. Хотелось более кофе с молоком такое. То есть, кажется, оттенки коричневого, да, но они все разные. И картины эти все вместе сложить, они все разные будут. Ну, а взагалі, як клієнт, тобто, замовляють все ж таки і кольорну гаму, і чи дивляться той попередній макет, як за різними? Ну, звісно, чаще всього люди не знають, там, які варіанти, або думають, да, ну, хто не знаком, думають, що я роблю тільки в таких цвітових варіантах, то вони присилають і кажуть, ми хочемо от таке, от, як вже є готове. Я їм кажу, чого, давайте ми, я вам можу предложити інші цвіти. Є або пожелання такі, які, там, наприклад, під інтер'єр підбирають собі, або під любимі цвіти чоловіка. От, наприклад, от ця дівчина,
девочка, она очень любит мятный цвет и очень любит такой фиолет. И вот я ей такой дарила портрет, как раз согласно ее пожеланию, и, ну, чтобы сочетались цвета. Взагалі для себе вистачає часу, щоб, наприклад, себе намалювати? Ні, кстати, це дуже цікаво. Я училась по професії дизайн інтер'єру і ландшафту, тому я навчилась рисувати. То там часто на уроках живопись рисунка мені брали натурщиця. Я з того періоду не люблю рисувати себе, ніколи не рисую ніякі поп-арти. И не люблю, когда мне портреты дарят или рисуют. Это, кстати, очень такое интересное. И мне всегда, когда у меня какие-то праздники, меня все друзья надо мной шутят, говорят, мы тебе подарим поп-арт, у кого-то закажем, или тебе закажем уже, скажем, на такие цветовые варианты. Ну, учні є вже на сьогодні, яким передається ця майстерність? Чи або друзі, які просто просили там навчити? Ну, поп-арт я пока то, да, поп-артом я сейчас учу, потому что мне нужны помощники, потому что так получилось, что я начинала с того, что просто подарила одной своей знакомой хорошей, да, портрет, и потом у один человек увидел другой. Дальше, да? Да, она настолько была довольна, настолько рада и, наверное, такие пустила хорошие эмоции, что все люди начали активно заказывать, вообще было перед праздниками, и люди начали, ну, это очень хороший вариант, многие, потому что у нас в Николаеве не было до этого, ну, как бы, я знаю, в Одессе многие говорили, что есть в Одессе, заказывали туда. А тут появилось в Николаеве, когда можно там за 3 дня получить картину себе, готовый подарок, и у всех вы знаете, да, когда праздники, и все, что подарить. Это у всех паника такая, что подарить. Поэтому, когда находят вариант, все такие сразу заказывают. Я сейчас стараюсь учить. У меня есть девочка, художница, я ее учу, чтобы она в таком направлении. Ну, конечно, я не даю ей пока все работы. Я ей только там, чтобы она мне некоторые детали дорисовала, портрет, лиц рисую я пока. Ну, а взагалі, портреты только, чи что еще можно промальовывать? Все, что угодно. Я сейчас хочу пустить более такие другие направления, чтобы рисовать. Я, вот, единственное, что я себе нарисовала недавно, я делала интерьер комнаты, студии, я просто еще открыла студию макияжа, и там я решила, что для себя я наконец-то нарисую поп-арт, но я не рисовала портрет. Я нарисовала просто геометрические линии, вот такие вот зигзаги, да, этот шеврон стиль. Мне он очень нравится, я в последнее время начала в работах его использовать и решила в интерьере также использовать. И я его нарисовала, и такая довольна была, что эта картина настолько смотрится интересно. Я вам, по-моему, фотографии не показывала. Просто идут геометрические линии, такие зигзаги, и за счет разных цветов, я еще сделала две картины идентично, как бы перетекает с одного рисунка в другое. За счет цветов можно даже один тот же рисунок менять разные цвета, и в интерьере очень красиво смотрится. Там идет пустая стена, и такого же цвета картина, и смотрится очень интересно, и там все фотографируются на фоне ее. И я теперь хочу делать картины еще, ну, чтобы было больше времени, когда... Чтобы вот такие вот необязательные портреты лиц ждать, там, фотографии, там, или что-то такое интересное. Дійсно, друзі, як бачите, зараз поки осінні канікули, а у вас є, якщо вміння малювати, можете спробувати себе у цьому напрямку, тим паче, що ви побачили, нічого особливого не треба. Все можна знайти у магазині для художників. Тому, друзі, спробуйте і, дійсно, можливо, поки батьки на роботі, забабахайте свою кімнату чи квартиру. Найголовніше, щоб вони з порогу не впали. Тому фантазуйте, робіть, творіть найголовніше. Ну, а я дякую нашій гості, яка сьогодні завітала до нашої студії. Результат картини ви зможете побачити уже в соціальних мережах. Я прошу потім все ж таки поділитися із нами. Ну, і до наступних зустрічей. Я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Юлія Боякевич, художниця, яка представляла свої роботи, ну і, звичайно, що вчила всіх нас, як працювати з цією технікою. Дякую тобі, Юлія. Думаю, що це не остання зустріч в нашій студії. Думаю, що будемо зустрічати ще.